Здравствуйте! На канале ОТВ познавательная программа для детей и родителей «Окружающий мир». И сегодня я вас приглашаю в театр. Театр народной песни «Теремок». Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Петров Сергей Владимирович, я руководитель театра народной песни «Теремок». Наш коллектив в этом году отмечает свое 5-летие. Это наш маленький юбилей. Юбилей маленький, а дорога у нас пройдена уже достаточно большая. Принимаем мы в свои ряды всех желающих. И я принципиально считаю, что петь умеют все, двигаться и танцевать умеют все, просто к этому надо прилагать усилия. Усилия должен прилагать как педагог, точно так же и родители ученика. И вот в этом творческом союзе и получается такой коллектив, который вы сейчас и увидите. Меня зовут Саша, я занимаюсь уже 5 лет. Мне нравится заниматься в этом ансамбле. Ну, здесь весело, мы всегда вместе, мы сплоченный коллектив и всегда друг за друга. У меня есть одна мечта, я очень хочу стать певицей. Я занимаюсь здесь уже практически 6 лет. Мне нравится сюда ходить, потому что я, в общем, очень люблю музыку. Петь, это вот музыка, танцы. Мне это очень сильно по душе. Поэтому я хожу именно в этот коллектив. Мне по душе более такие древние, древнерусские. Вот песни, пляски. А чем они отличаются от современных? Ну, у древних у них более такой древний мотив. У них более старые слова, которые сейчас уже не используются в нашем лексиконе. Ну и сама музыка, конечно, отличается от всего. Меня зовут Женя Смакаева. Я тут учусь 3 года. Мы много куда ездили и получали первые места. Мне очень нравится коллектив, потому что мы дружно заступаем, когда если просто кто-то что-то забыл. Я с самого детства мечтала, чтобы я попала в какой-нибудь коллектив. И вот она, тут. А я сейчас побегу на репетицию. Мы разучиваем новый номер.
Вы смотрите познавательную программу для детей и родителей «Окружающий мир». И сегодня о своем театре народной песни «Теремок» рассказывают его участники и руководитель Сергей Петров. Наш коллектив «Театр народной песни «Теремок» базируется в Одинцовской детской школе искусств классика, за что мы выражаем огромную благодарность руководству школы и комитету по культуре. В свою очередь, совершая поездки на конкурсы и фестивали исполнителей народной песни, мы достойно представляем город и школу. Наши костюмы, они руссконародные, там узоры, цветы, еще есть такие на фартуках, специальная вышивка, которая сделана из ниток. Потом еще волосы девочкам заплетают ленты. Можно много лент заплетать. Ленты заплетают по цвету наряда. Меня зовут Алиса, мне 11 лет, я учусь в Одинцовской гимназии номер 4. В Теремок я хожу уже 5 лет и не собираюсь уходить. Мне здесь очень нравится, потому что коллектив очень дружелюбный и преподаватель очень хорошо объясняет. Я очень люблю это занятие и я не собираюсь бросать и, может быть, пойду дальше во взрослый коллектив. А скажи, пожалуйста, как ты сюда попала? Откуда ты узнала об этом коллективе? Кто тебя сюда привел? Меня сюда привела мама в 6 лет. Ну, она увидела это о том, что набор был в этот коллектив, и я пришла. Вот. Не жалеешь, что занимаешься народной песней и народным танцем? Я не жалею, потому что мы сохраняем русское наследие. Меня зовут Бажанов Иван. Я учусь в Теремке 3 года. Мне нравится сюда ходить, потому что, ну, много гастролей, выступления, песни хорошие. Ну вот ты сказал про гастроли. Где были, расскажи, что самое интересное запомнилось? Ну, везде было интересно. Ну, где вы побывали уже? Ну, в Самаре, в Ульяновске, во Владимире. Мне очень нравится путешествовать со своим коллективом, но в Одинцово возвращаться, наверное, лучше. Почему? Ну, здесь мне больше всего нравится. Thank you.
Меня зовут Виолетта. Я хожу в теремок уже 5 лет. А скажи, пожалуйста, откуда у вас такие красивые футболки? И что означают вот ваши надписи на них, картинки? Ну, они означают то, что мы дружные, и наше само название происходит от того, что мы дружны, как одно целое, как семья. А это... А почему называется теремок? Повернись-ка, мы посмотрим, ну-ка. Вот, написано теремок. Как думаешь, поворачивайся, почему теремок называется ваш коллектив? Ну, вот из-за того, что мы дружные, и мы везде вместе. Меня зовут Саша. Мне 8 лет. Я учусь во 2-м лицее. Меня зовут Маша. Мне 9 лет. Я учусь в круглой школе. Мы здесь занимаемся, поем песни, играем иногда на переменках. Вот. Мы иногда в конце занятий играем в игры. Мы сейчас делаем новую постановку про барина и кучера там и кузнец. Да. Меня зовут Миша, я в теремке учусь уже 1 год. Сначала мне не нравилось, но потом, как мы начали больше песен проходить, мне все больше нравилось. И в теремке очень хорошо. Я был на одинцовском телевидении, и мне там тоже очень понравилось. Там все было прекрасно, хорошо. А в самом финале экскурсии мы были в съемочном павильоне. Там было очень прикольно. Мне очень нравится одинцовское телевидение и мой любимый ансамбль «Теремок». Меня зовут Тамила. Я тут живу с детства. Ну, в городе Одинцово. Ну, когда мне было 5-6 лет, я еще занималась в теремке. Но потом я ушла, а потом опять вернулась. Я тут занимаюсь... То есть я учусь во 2-м классе. И мне очень тут нравится. Ну, очень хорошие русские народные песни. И очень мне нравятся скороговорки. Вот сейчас можешь нам какую-нибудь скороговорочку рассказать? Шила-шивелью на вывели, шилью-велью наять, чтобы шивелью на вывели, шилью-велью продать. Меня зовут Наташа, я учусь в круглой школе и в теремок хожу с 5 лет. Мне очень нравится тут заниматься, потому что я с самого рождения хотела петь какие-то народные песни. Почему именно народные, скажи? Не знаю, ну, как бы, наверное, это все-таки из-за бабушки, потому что она больше всего занималась тоже в детстве народным творчеством, и она меня как-то внушила в это. В нашем коллективе очень хорошие педагоги. Что за славный теремок? Ах, какое чудо! Он ни низок, ни высок, рядышком за пруда. Из трубы дымок идет, дверь не отворить! Кто тут в тереме живет? Ну-ка говорите. Кто-то в теремочке живет, кто-то в невысоком живет. Я мышка-нарушка, а ты кто? А я лягушка-квакушка, зеленая брюшка. Пусти меня в теремок жить. Ну ладно, проходи. Вместе веселее жить. Вместе чай с малиной пьем, очень весело. Полина Модестова. Я учусь в этой школе несколько месяцев. Я учусь в 3-м классе. Мы уже ездили в Ульяновск
на поезде. Еще мы были на конкурсе в «Жаворонках» и в «Химках». Мне очень нравится наш коллектив, потому что все в нем очень дружные и очень любят чуть-чуть рассказать чего-нибудь такого юморного. Здесь мы поем разные руссконародные песни, делаем ключи, учимся играть на ложках и разные роли тоже играем. Ну скажи, пожалуйста, почему не хип-хоп, а народные танцы? Потому что хип-хоп мне не нравится. Народные песни – это более такое, мне больше нравится, чем хип-хоп. Я считаю, что сейчас многие мальчишки и девчонки любят народную музыку и танцы. И я в их числе. На сегодня все. Вы смотрели «Окружающий мир» – познавательную программу для детей и родителей. Прощаюсь с вами. До новых встреч!